4 ноября. Казанская Божья Матерь. Народ идет из церкви. Народ радуется. А еще сегодня День народного единства и всеобщего благолепия. Ну, я намного проще к этому отношусь. Хотя присутствовать при всем мне приходится непрерывно, потому что звонит у меня во все колокола. Куда деваться? Сегодня 4 ноября. Посмотрим, что у нас в наших пенатах хорошего, тьфу-тьфу-тьфу, и плохого. Путь сегодня у меня будет немножко нетрадиционный. Пойду я через сарай. А в сарае у меня печаль. То, что мы видим на земле, это мокрое пятно. Мокрое пятно, которое идет аж с начала сарая. Горе и печалька моя, простевшие 2 дня. Был ли заморозки? На заморозке я всегда кран вот этот вот перекрываю. Перекрываю его, и он в этом положении перемерзает. Он перемерзавец. А вот этот кран у меня ведет к кухне. И вот здесь, после размораживания всей этой системы, вот здесь оторвало трубку. Получилось, этот кран открыт, тот кран открыт, и вода отсюда хлестала. Хлестала и нахлестала мне полный сарай. Нахлестала сарай так, что когда я прибежал, а меня вызвали из Брянска его спасать, я провалился по щиколотку в воду вот в этом месте. Краны, конечно, перекрыл, все сделал, но вода, сколько кубов успела вылиться сюда, я даже не знаю. Смысл в том, что она еще потом всасывалась. Это было, скажем, в субботу. Сегодня понедельник. В субботу я ее вечером перекрыл. В воскресенье мы приехали. Ее еще уже, скажем, где-то впиталась, но в подполье выступила вода. Во всех емкостях, закопанных в землю, была вода. В общем, печалька. Здесь же, в огороде, или, как я говорю, в саду, все шикарно. Шикардос. Убрали малину, срезали. Убрали все остальное. В этом году, при том, при всем, что вот эти заморозки случайные и внезапные, природа, по большому счету, дает возможность спокойно подготовиться к зиме. Обычно она немножко резвее начинала заморозки, и приходилось готовиться к зиме на бегу. Сейчас такого нет. Сейчас мы готовы, пусть морозит. Земля перекопана уже 100 лет назад. Порой на меня накатывают фантазии ее перекопать повторно. Типа опробовать плужок, опробовать окучник. Но она до того бархатная, что ее что перекапывай, что не перекапывай. Эффект примерно одинаковый. Из тоже очередных таких своих и своих агрономских фантазий дошло до того, что мусор, который я утащил вот туда за свой периметр и выбросил, агроном попросил этот мусор принести и спалить. То есть палим мусор, что само по себе мне еще тоже нетрадиционно. Здесь, наверное, надо за периметром убрать, прочистить, может быть, даже спилить весь этот лесок. Здесь были большие стволы. Года 4 назад были срезаны. Я их потом даже распиливал на дрова себе. Но в результате получается, что молодая поросль уже с руку толщиной 4 года. Поэтому тополь — это зло. Зло страшное. Зло, с которым надо бороться. С
Спилю, наверное, пока не хочется заниматься. Ну, опять же, сегодня, я говорю, Казанская. Сегодня праздник. Да и не надо, наверное, заниматься сегодня. Можно и отдохнуть чуть-чуть. Вот состояние моего огорода, состояние моего хозяйства, проблемы лишения и прочие радости, которые у меня накопились к этому времени. Как-то так, малята. Пока-пока.